Так, ну что, 22:01. Я начинаю. Второй мотор. Смотрите, у нас смена губной помады, прически и образа. Сейчас покажу во весь рост. Очень красивое сочетание. Удлиненный пиджак красивого молочного цвета, сапожки, юбочка. Мы начинаем. Все, ребята, готовы. Давайте все убираем, телефоны выключаем. Включаем, телефоны убираем. Второй мотор. Так, ну что, почти пол первого только закончили съемки. Знаете, сегодня родилось новое понятие, причем устами Ольги Бузовой глаголит истина. Когда я была юной, я говорила устами младенца глаголит истина, потому что была молоденькая, и зачастую слова и фразы, которые я говорила, они становились как в тренде, да? Иногда это были какие-то смешные фразы, эти великие цитаты от Ольги Бузовой. В общем, есть такое понятие happy end, да, счастливый конец. Но почему-то никто не говорит про начало. Ведь для того, чтобы отношения и были гармоничными, зачастую, разные бывают ситуации, зачастую важно, чтобы они начинались с правды, чтобы не было изначально никакой лжи. И я придумала такую фразу. Happy beginning. Happy beginning. Все в восторге, все спрашивают, что это за меха. Буду носить ее в любом случае. И осенью, и еще будет, может быть, холодно. Какая классная. Знаете, наступает такой момент открытия второго дыхания, когда ты переработала, что очень были сегодня такие сложные эмоциональные темы. Даже когда они не сложные, они в любом случае сложные, потому что ты отдаешься очень, энергию свою отдаешь. И вообще сегодня вторая программа настолько была невероятно крутой, такой финал. Когда ты уходишь, и ты не устаешь, а, знаете, от обратно еще больше заряжаешься. Я сейчас понимаю, что я бы еще сняла 5 программ, ну, 2 точно, это, знаете, когда туры были. И вроде устаешь, потому что концерт, 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 а в какой-то момент ты ловишь такой кайф, что готова к концерту. Так, что у нас тут? Продюсер. Где продюсер? Хотела сказать спасибо за мотор. Шикарно поработали редактора вообще. Смотрите завтра в 10 утра вторую часть программы про сложность в отношениях, когда моральное уничтожение происходит как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Мы очень готовимся, всегда делаем, очень серьезно подходим к нашим эфирам. Скоро, как я вам говорила, будет приятный сюрприз. Наверное, вы уже некоторые понимаете, о чем. В общем, последняя, да? Практически выхожу. Такой снежок. Снежинки падают, падают к нам в руки. Так клево, блин, целый день на работе. Ой. Так красиво на улице. А завтра, вы представляете, я вот даже не представляю, сейчас такая красота, столько снега, а завтра будет плюс 4, говорят. Как мы это с вами переживем? Так, все, домой, скорее. В теплый дом. О, ух, пока, лисек. Пока, зай. Люблю.